На море шторм, а в Одессе обрывы проводов, поваленные деревья и раздавленные машины. Таковы последствия урагана, который обрушился на Одессу сегодня. Все же информация о капризах стихии от Юлианы Аксенова. В Одессе с самого утра, когда было объявлено штормовое предупреждение, начался массовый деревопад. К примеру, на пересечении улиц Сигетской и Лунного переулка ствол дерева переломился, и большая часть его оказалась на дороге. К тому же одна из веток зависла на проводах уличного освещения. Тем временем в горзелентресте говорят, что их первые аварийные бригады приступили к ликвидации чрезвычайного происшествия уже в 6 утра. Было повалено 11 деревьев и порядка 4 крупных веток. С 6 часов утра 6 бригад КП «Горзелентрес» оперативно устраняют все аварийные ситуации в рабочем порядке. От последствий стихии пострадали несколько автомобилей. На Раскидайловское дерево упало Нандео Ланос, а на Королева ветки помяли сразу 2 автомобиля. К счастью, обошлось без жертв. Ликвидация последствий урагана продолжается. Завтра тоже обещают сложные погодные условия. К сильному ветру добавятся еще и первые в этом году заморозки.